Между тем, в американском Майами проходит крупнейшая выставка электрокаров. На Electro-City Expo 2023 участвуют крупные автопроизводители, такие как Tesla, BMW, Ford и Kia. Известные бренды презентовали другие виды электрификации транспорта, включая электровелосипеды, самокаты и скейтборды. Всего на выставке продемонстрировали почти 100 электромобилей. О масштабах выставки можно судить и потому, что выставочная площадь заняла 1 000 000 квадратных метров. Для посетителей также организовали и тест-драйв.